Надо, мой любимый сын. Расскажи, как там дела по ту сторону Атлантики? Что делаешь в последнее время? Привет, пап. Да так себе, если честно. Просто избиваю меньшинство. Ого, ну и совпадение. Простите, сир, не подскажете время? Сейчас, здесь, сейчас. Ну что я хочу тебе сказать, напарник? Это дело выглядит самым сложным из всех, что когда-либо было у нас. Убийство ООН, ты способен на такое? Думаю, нам нужно понять мотив убийц. Кому выгодно, чтобы в мире не было международного признанного авторитета? И кто совсем не заботится о соблюдении прав человека? Кто хочет жить только по своим правилам? И кто нажил себе в мире кучу врагов? И кто постоянно лезет в чужие дела? Сдавайся, мерзкий коми! Игра окончена! Мы знаем, что это ты убил он. Сито, это очень серьезные обвинения. Какие у вас есть доказательства? У тебя был мотив, куча врагов, экспансионизм, пренебрежение правами человека. Но все, что ты сейчас сказал, относится и к тебе, и также примерно к Америке, Стой, то есть ты хочешь сказать, что нам троим будет лучше без ООН? После очень объективного и длительного расследования, мы с моим напарником пришли к выводу, что он не был убит, а совершил самоубийство тремя выстрелами в себе затылок, предварительно связав себя. Да, кое-что не связано с нашей детективной деятельностью. И я, и мой напарник планируем в ближайшее время совершить несколько деловых поездок для проверки нового ядерного оружия и методов пыток на некоторых наших новых территориях. Разумеется, полученных абсолютно законным правовым путем. В этом не может быть сомнения. На этом все. Что вы думаете о оппозиции в России? И как вы к ней относитесь? Хотите, чтобы как на Украине? Эй, я тоже так хочу. Ай, больно, промахнулся.